Да, и добрый вечер, уважаемые наши зрители, подписчики нашего Twitch-канала и просто наши друзья. Сегодня у нас опять-таки Golden Series, Golden Way, полуфинал, нижние сеточки. И такие ребята, как Бай и Ед, встретят нас на карте Duality в подформате Zero. И со мной сегодня будет комментировать Антон Беловодский и снимать это все дело Дмитрий 55-й. Да, всем доброго вечера. Игра у нас, как всегда, будет такая соло, впрочем, знакомая игра для Бая и Ета. Я надеюсь, она не будет очень скучная, не будет, так сказать, стоять они в одних воротах и никуда не выезжать. Ну, хотя бы сделают нам красивую такую игру, после чего кто-то из победителей выйдет у нас в финал нижней сетки, ну, а потом уже будет гранд-финал. Да, будем мы за этим лицезреть. Я хочу сразу сказать о том, что после этого еще будет то, такой же, ну не такой же, нельзя их сравнивать. Полуфинал только уже в верхней сетке, там будет встретиться у нас кто, Антон? Полуфинал верхней сетки, на сегодня будут играть Сиет и Arena Dangerous. Прошу прощения, Arena Dangerous и Argisht, я не туда посмотрел. Argisht и Arena Dangerous. Они на сегодня встретятся в 21.00 по московскому времени. Да, и, кстати, обратим внимание на тимчат синей команды. Ед передает привет своим друзьям. Я думаю, мы можем передать. Да, конечно, всем передаем привет. У нас Ед передает привет EXP. EXP, тебе привет от Еда. EXP, better and hit. Maybe. Там есть, он наш смотрит сейчас, понимает, что мы ему сказали. Но тем временем на карте у нас уже 1-0, Бай открыл счет буквально на первой минуте, и Ед пытается что-то сделать лучше и, так сказать, сравнять счет. Но пока что у нас оба игрока уже получают 3 льсу на одну стоят и не могут высунуться, как ты уже говорил, формат на 0. То есть нету нашей любимой где-нибудь аптечки, которая быстренько может спасти нам жизнь. Да, ребятки, еще хочу напомнить, что мы одновременно показываем на Ютубе, опять-таки мы пробуем это все дело, и пока у нас неплохо получается, и результаты ВК голосования я вам сообщу, как раз сейчас посмотрим этот опасный моментик Бай против Ета. Да, очень опасный момент. Бай выживает. Пока выживает, что Ета будет танковать, посмотри. Да, отлично, простреливает он Бая, и будет доставлять флажок на полом ХП, так сказать, делать счет 1-1. Да, и ВК-голосование у нас, Ед выигрывает, у нас у него 54%, а у Бая 46%, и тут еще даже написано парочку комментариев. Пишут, видно, друзья и того, что поддерживают и Бая, и Еда. Но я напомню вам про ВК-голосование. На данный момент ваши голоса уходят в пользу Ета 28% 23. Я сказал это. А, ты сказал? А когда это прослушал? Ну, только что. А сказал про кристаллы? Нет, про 5000 ты можешь сказать. Ну, значит, я уже заговорился, задумался, зачитался. Есть 7, у нас Ед выигрывает, как ты, я надеюсь, только что сказал. То наш победитель, какой-то человек, рандомно выиграет 5000 кристаллов, ну а также 2 раза будет разыгран по 1000 кристаллов, независимо от победителя. Да, и, кстати, у нас сегодня меньше зрителей, чем было недавно, так что шанс победить, он как бы возрастает. Так, и тем временем такая кемперская игра у нас ведется, и оба игрока у нас на одну, и Бай в своем стиле наворачивает, как я уже говорил в прошлой трансляции, он стоит, он кемперит. Так, и получается Ед тоже на васпике, по идее должен танковать, но он тоже разумно стоит и не хочет выезжать, потому что счет пока 1-1, и... я не знаю, это какой-то может знак, по такому первому раунду, если он будет так проходить, то и игра, можно сказать, будет так проходить, а это нас не устраивает. Ну,
по крайней мере, у нас еще есть более чем достаточно времени, еще целых 6 минут для того, чтобы наши игроки поменяли счет, потому что пока что 1-1, уже 4 минуты после начала раунда прошло, и пока что только 2 флага на карте, обычно бывает больше. Да, Ед уже выехал танковать, а Бай просто, посмотри, он просто ждет, пока его соперник ошибается. Он не умеет как бы брать инициативу на себя, и тем самым, да, он будет доставлять, конечно. Но я не знаю, если честно, как стоит ли трансляции такая игра. Ну, возможно, что-то сейчас у нас эпичное произойдет, что-то такое очень интересное. Но пока что видим, Бай у нас уничтожается, хочет восстановить ХП, пойти в атаку, так сказать, полным и целым. Но Ед, кстати, вот одна из изюминок этой карты, то, что респишься, так сказать, рядом с вражеским флажком. То есть можешь сразу его взять и поехать в атаку, не надо, так сказать, терять время, доехать в одну сторону, вернуться к себе. Да, и опять танкует Ед, и опять возможность как бы натолкнуться на те же грабли. И еще мы самое важное упустили, Байта у нас сам уничтожился, и он опять на 2. И, ну, не знаю, не буду рассказать своего мнения по поводу этой игры, но я надеюсь, что что-то все-таки случится, и Ед не будет сам начинать играть. Что сейчас было? Скажи, пожалуйста, у нас делит флаг на флаге. Ну, точнее, флаг рядом с флажком. Ну, сейчас, Ед, посмотри, должен попадать, и он будет как раз-таки... Ой-ой-ой, сбита рельса, есть контакт, так сказать, и нужно сливать, но флажок уже Бай вернул. Вернул, и нехорошо это. Да, Ед теряет у нас флажок, но сейчас, смотри, Бай на одну рельсу, для Еда не должно быть... ну, к сожалению, получает он по себе рельсу, мог и не получить при этом, убив Бая, но, я не знаю, по идее, он сейчас не должен далеко уехать, потому что... Нет, не будет он делиться, скорее всего. Ой-ой-ой-ой-ой, неплохая рельса прошла по Баю, ты видел только что? Да, просто отличная рельса, Баю вот просто 100% ее не ожидал по себе. А, посмотри, Ед просто знает, он просто едет в открытую, а Бай не стреляет. Он до последнего ждет, пока тот выстрелит, а тот тоже знает, что Бай не выстрелит и не стреляет. Это довольно-таки открытая игра, и это не очень сейвовая, я бы так сказал. Да, не очень сейвовая, хорошая фраза. Сейчас Ед все-таки попадает по Баю, не дает Бай, так сказать, издеваться над собой. Сейчас опасная ситуация для Еда, так как, не дай бог, он сейчас высунется, сразу опять-таки потеряет тряпку. Ну а Бай явное преимущество по ХП, то есть он может по себе получить эту несчастную рельсу, но нет, он убивает и, по идее, должен доставить флажок. Нет, он не будет его доставлять. Смотри, что сейчас пишет в чате Ед. Это о том, о чем я говорил. Я не знаю, тебе нужно принимать какие-то меры. Раз уж ты создатель, креатор, так сказать, этого турнира. Ну, потом мы, я думаю, уйдем на небольшую паузу вместе со всеми, примем решение. Ну, у нас да, тоже смотрят трансляцию. Я думаю, сейчас Ед, ну да, в общем-то, не сильно рад. Антон, что как прокомментируешь? Так что, даже не знаю, как прокомментировать, просто наблюдаю над игроками, над их действиями. Но сейчас, Бай, что он делает? Он убивает, он стоит на флагштоке, он верит, что флаг возвратится. Ну да, выставляет 3-1. Думаю, после этой игры нам надо будет уйти на паузу небольшую. Нет, ну, знаешь, с одной стороны, окей, с одной стороны, это стиль игры и всякое такое, там, тактика, но это уже, по-моему, слишком. Да, 1 минута до конца, но пока что у нас лидирует Бай. Да, и что ж, сейчас будет, скорее всего, 4-1. Закономерно.
Ну да, минутка до конца. Сейчас я даже, по идее, может успеть даже поставить до 4-2, повысить, так сказать, свою планку. Хотя рез под бая неплохой. И тут кто кого уже разберет на личном скилле. Ед выходит из этого победителем, посмотри. Неплохо. 4-2 это уже не 4-1. Да, просто оптимизм. Хотя бы не 4-1. Ой, Лиса. Ну, кстати, Ед порадовал неплохими рельсами в первом раунде. Вот как это, и вот как была еще минутки 2 назад приблизительно, если ты видел. Ну, а ты видел. Так, просто... Ед чуть не упал в минус, но бай спасает его и отправляет на рез тем самым, но пока что счет 5-2, 30 секунд до конца, и, ну, лидирует бай. Молодец. Вертушка сейчас попытался давать Ед, я так понял, но он не попал. Обманочка есть, неплохо. Да, заканчивается у нас первый раунд, счет 5-3, уже не с таким разгромным счетом, конечно, бай у нас вышел вперед, с горем пополам, но пока что первый раунд уходит ему в копилку, посмотрим, как теперь наши игроки будут играть во втором раунде. Да, поглядим, бай почему-то... А, он забыл нажать кнопочку продолжить. Ну, бывает. Это да. Еще нет в привычке. Главное, чтобы он не забыл сделать скриншот, правильно? Да, скриншот это обязательно. Неважно, есть ли трансляция, нету, скриншот надо делать. Пытается троллить, я так понял, в бай в чате. Не знаю, что он хочет сделать, мне его сложно чуть-чуть понять, его мысли. Ну что ж, пока-то тогда у нас 1-0 за баем, по общему счету, и будем сейчас наблюдать второй раунд. Посмотрим, что ли, что-то может быть поменяется. Хотелось бы на это надеяться. Да, если у игроков 30 секунд, уже совсем скоро пройдут у нас элиты, просто не успеем даже глоток чаю сделать. Ну вот и успеем. Ну, смотря какой глоток и какая кружка. Казалось бы, да, вроде бы бай на Хорните, и поэтому как-то менее подвижный и... всякое такое, но да, действительно, он может быть менее подвижным, но более попадать, что ли. Ну вот как сейчас, собственно говоря. Открывается Е, действительно, очень в таких, именно в таких битвах, на своем опыте знаю, просто ехать задом к сопернику, это, во-первых, неуважение именно к сопернику, а во-вторых, это просто большой шанс получить вот такую вот рельсу себе, как и этот, и, собственно, получит. Сейчас будет обманочка от бая и должен был сливать байета, но почему-то рука, что ли, дернулась, но сейчас все нормально. Я, кстати, напоминаю, сейчас, простите, перебиваю, что победители пары, где будут играть Ренат против Аргишта, пройдет в гранд-финал, а в гранд-финале у нас будут просто все форматы, по 2 раунда каждый и 3 карты, так что гранд-финал просто нельзя будет не пропустить. Да, даже не знаю, кто его будет комментировать. Я думаю, самые лучшие комментаторы. Окей, будем смотреть. Но посмотри, бай опять-таки второй раз уже сливает и просто дождался возврата. Просто дождался возврата и вернул, и 1-0 на лицо, так сказать, счет. И рельса от бая тут же прилетела по Ету, хотя тот хотел уезжать от своего соперника, но нет.
Говорит, соперник, никуда ты от меня не уедешь, стоять на месте. Да, и сейчас нужно выдавать стратегически важную рельсу. Ой-ой-ой, неплохая, неплохая. Сейчас мы в минус не упасть. Ед контролирует свой корпус. Но нужно догонять, давать рельсу. Что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну так все хорошо было. Это уже почти был бы флаг. Что? Ну ладно. Бывает. Это просто невозможно не улыбнуться. А он-то успеет. Он успеет. Нет, что он делает? Что он делает? Ед не нужно было. Ну ладно. Хотя мог бы, я надеюсь, на поставить. Да. Можно да, было... очень легко Е доставить флажок. Просто да, но можно было и без потерь, понимаешь? Это я не понимаю, почему он поехал вот как раз таки мансить вот возле той, так сказать, водокачки. Но он мог сразу поехать, наверное, за заборчик, там замансить и спокойно себе поставить на дверь, если бы остался. Ну, игроков у нас вот такая вот тактика. Игроки... Много уже прошли, выработалась целая система у них игры, больше, наверное, знают, что у них на голове, как они хотят видеть этот матч. Но пока что у нас Байда Совет уже второй флажок, молодец. Да, сейчас главное Еду не давать оторваться два флага, именно попадает он сейчас лесой, на два флага хотя бы и более, не нужно, чтобы Бай оторвался от него, потому что тех как раз таки двух флагов не хватило в первом раунде, да, чтобы хотя бы сравнять и вывести на ничью. Опять Ед бросает флажок, и Бай сам уничтожается. Ну, и зачем он сбросил? Если бы тот сам уничтожился, было бы весело. Смотри, сбивает корпусом Едбая, но нет, Бай его убивает. Ну, блин, как бы, простите, пожалуйста, за мое это не очень культурное выражение, но все же, как мне нравятся эти делиты, когда просто нон-стоп делит. Да, ну опять едки. Не сильно доволен игрой. Ну, бывает. Не все у нас бывают довольными в этой жизни. Ну, что ж, как есть. Бай, по-моему, просто стоит печатать текст. Или... А, нет, все правильно. Он двигается нормально. Бывает такое, что может и кикнуть. У меня такая же ситуация была. Вроде как кружился, двигался, а меня за неактив убрало. Это было бы, я думаю, непредвиденно. Просто был, так сказать, очень сильно удивлен, поэтому долго, когда стоишь, не двигаешься, надо резко вспомнить, выдать рельсу по противнику. А это да. Сейчас я должен был сливать Бай, но он этого не сделал. Почему? Вопрос. Он хочет, чтобы Бай одержал вторую победу, а счет по рандам был 2-0. Ну, я думаю, так. Ну, есть отрыв, про который я говорил, 3-1 уже мы видим, и... Не знаю. Может быть, он сравняет. Сейчас он первым на рельсе, и сейчас хотя бы нужно одну выдавать, ну, для приличия уже. И что он и делает, собственно, прижимается к краю карты, по всем стандартам, так сказать, соло-дуэлик, и опять делит. Ну, святой, любимый наш делит. Вот такая вот у меня рифма... Появилась на устах. Да, и неплохая рельса есть по Баю. Ед все-таки умеет стрелять, но если бы он сначала это немножко с движений, он бы это делал немножко бы где-то добавить агрессии. Поехал, сейчас надо вперед поехать, наверное. Но нет, он подождет, пока он вернется. Хотя мог бы тот взять флажок. Пока отлично от рельса от Бая, я думаю, Ед просто, ну где-то может в мыслях предполагал, что может получить по себе рельсу, но не так уж быстро. Да, он, я почему-то думал, что он будет выезжать именно с зажигнутой рельсой, но он выехал без нее, и поэтому Бай ответил ему, так сказать, таким образом. Ну и будет ставить он 4-1, отрыв в 3 флага, это уже просто недопустимо. Это опять-таки заочно, и я, к сожалению, не хочу это говорить, но отправляю и это в третий раунд.
с поражением, увы. Да, надо отдать должное, что все-таки Бай хорошо играется, что показывает счет, все-таки 4-1. Возможно, Ед у нас, так сказать, просто не хочет играть. Так, лишь бы отыграть. А возможно, Бай на самом деле хорошо играет, по своей тактике уже давно выстроены, потому так и лидирует. Все-таки такая карта, такой у нас формат, ничего не поделаешь. Где же Делит? Почему нету Делита? Где наш любимый Делит? Мы так по тебе скучаем. Ну сейчас смотри, Бай должен доставить очередной флажок, я тут у нас на одну. Вообще не выдает ни одной релисы по Баю, это уже 5-1, 2 минуты 40 секунд до конца. Нет, ну это уже 100% победа. Уже думаю, Ед чисто физически не сможет дотащить флажки. Да, сейчас можно даже таб нажать нашему оператору и просто показать, что игрока Еда вообще нет УП. Как-то так. Не, ну УП, конечно, у нас игроки, не забывая, постоянно делитятся, то есть тем самым да, себе но... добавляют киллы, точнее, самоуничтожение убирают киллы, но все же, Ед надо признать, что он практически вообще не попадает. Нет, он попадает, но он не убивает. Ну, то есть Бай просто, наверное, делитится сходу, и, не знаю. Возможно, Бай просто, как это выразится, запрограммировал Ед на проигрыш. Да, кстати, Антон, а тут птичка тебе прилетела в тимчате. Да, я просчитал это. Нет, ну почему? На самом-то деле, я все-таки думаю, ничего тут особенного нету. Надо было вычеркивать Zero. Нет, тебе надо было сразу вычеркивать Zero, если ты не хочешь в этом формате играть. И все. Ну, это тоже, да, часть его вина. Ну, то есть игроки, посмотри, у нас сами вышли к такому вот формату, к такой вот карте, сами захотели такую игру, ну что ж поделать. Да, 7-1 мы видим уже. Да, такая небольшая у нас пауза в эфире, просто... Да, такой... Момент пока что это просто победа. Наш Бай выигрывает со счетом 7-1. Йод, возможно, сейчас достать флажок, сделает 7-2, но это просто уже никак ему не поможет. Уже Бай просто разрешил ему поставить флажок. 30 секунд до конца и 2-0. Теперь Баю нужно только хотя бы ничья и все, но он выигрывает. Что сейчас написано, я не понимаю. Где Ед реальный? Понимаешь? Что? Надо получить нормальный английский с тобой. Да нет, ну как бы просто построено немножко не так предложение. Это догадываюсь, о чем речь, но не до конца все-таки. Я пока что даже догадаться не могу, что хочешь сказать наш Бай. Я потом тебе скажу. Хорошо, спасибо. Ну пока что да, 2-0 по раундам. Слушай, ну Ед покидает бой и... Возможно, он хочет переодеться. Нет, или же это... Или он покинул бой, ты это хочешь сказать? Или он покинул... Он сбежал? Я не знаю. Ну ждем минуту. Подожди. Да, у нас не минуту, у нас по идее даже до 10-15 мы должны ждать. Ну, через минуту, думаю, уже нам будет понятно, что с ним. Пока подождем, что ж, я надеюсь, он не сбежал с поля битвы. Ну, ты можешь пока проверить скайп там, да? Да, конечно. Пока что наш Бай может просто отдохнуть, восстановить силы перед очередной игрой, если Ед вернется, походу не хочется возвращаться. Нет, все здесь, так сказать.
Да, Ед вступил, зря поднял тревогу уже. Все хорошо, третий раунд у нас будет. Заинтриговал, да. Возможно, это было специально, он захотел нас с тобой испугать, он слушает трансляцию, он понимает, о чем мы говорим, и сказал: «Ах так, давайте я вас напугаю, особенно тебя, Антон». Возможно. Что сейчас Ед пишет? Ну, типа что-то, я так понял, у него подвисло, или... Или, я не знаю. Бэк. Бай, nice delete. Ничего не скажешь. Да, делиты прошли. Ну что ж, смотрим с тобой третий раунд, я так понимаю. Я не хочу загадывать вперед, уходить, как бы, еще рано, но, по-моему, Бай у нас должен держать победу. Ты так не считаешь? Посмотрим. Знаешь, возможно, все. Ну да, допустим, сейчас Бая. Не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, что-то будет с интернет-соединением. Он зависает, и Ед быстро дотаскивает нужное количество флажков. Ой, ну ты так не пугай, подожди. Я просто после межклана чемпионата 9 это так уже пугает. Вдруг проблемы с интернетом. Вот я решил тебя чуть-чуть, так сказать, напугать тоже, вспомнить. И я это никогда не забуду. Окей, ну танкует Ед, но не вовремя, и Бай будет его сливать. Мой любимый Делит. Сколько еще раз я скажу эти слова на трансляции, я не знаю. Но пишет Ед заветные слова nice, то есть прекрасно. Да, жизнь прекрасна, не стоит грустить, всего лишь игра. Можно будет после нее пойти, посмотреть какой-нибудь фильм, отдохнуть, восстановить силы, или просто пойти на первый сервер на песочницу дуэльку и потренироваться играть. Почему песочницу, может, какие-то другие карты? Ну, просто самое популярное для дуэлей на первом сервере. Ну, возможно. Уехали они, так сказать, по домам и будут, наверное, стоять, пока Ед не поедет танковать. Ну подожди, сейчас Ба, допустим, приготовит себе ужин, разогреет его, потом Ед приедет к нему в гости. Ба его выгонит из дверей, скажет: «Это моя кухня, я не отдам тебе свой заветный флаг», и доставит флажок, откроет счет. Вот такая счет. Да, но знаешь, тут, если Ед сейчас не поедет танковать за эти 7 минут, то я думаю, Бай так и простоит до конца. А Ба сейчас нечего терять, ему нужна либо победа, либо ничья, и он победитель. То есть он вполне сейчас может стоять и ничего не делать, при этом ничего не нарушая. Скажи, еще не сказал приятного аппетита, да? Да. Понятно. Не, ну я надеюсь, сейчас нашего игрока Бай не кикнет. Нет, он двигается, он стреляет, слава тебе, господи. Ед пытается прострелить в эту маленькую щель, но пока что безрезультатно. Но Бай уже на одну рельсу, подожди, а он у нас был на две или на одну? На одну был, на одну. А, ну слава тебе богу. Пока не делите, скажи. Ну, Бай пока что стоит, знаешь, спокойный и ждет, когда, так сказать, мишень приедет сама к нему. Не хочет рисковать, такая спокойная игра. Дритов нету, к сожалению. Так, опять я не понимаю, что происходит в чате, но... Ой, лиса неплохая прилетает по Еду, и Ед не дает такую же рельсу по Баю, и сейчас, если закономерно Бай выстрелит и попадет... Ой-ой-ой-нет-нет. Нет, смотри, что... Ед его убивает. А что, если, знаешь, где-нибудь в параллельной вселенной и Бай будет ехать в атаку? Ты в это веришь? Не совсем. Ну, возможно, где-то в дальней вселенной, где-то очень далеко от нас. Ед пишет, что Бай молодец. Хорошо, когда уважаешь своего соперника. То самое чисто. Ну да. Через 6 минут у нас третьего раунда.
Знаешь, тот самый момент, когда совершенное спокойствие у нас в комментаторской будке, нету особых эмоций, все спокойны, нету какой-то сильной жары. Да. Кстати, ты заметил, что вот еще со вчерашней трансляции, что когда парень начинает нервничать, он пишет «Лел». Потому что только что там такой прострельщик был, которого Бай не ожидал, и он писал «Лел». Ну, возможно, это просто его любимая фраза, только «Почему Лел? Почему не Лоу? Почему не Кек?» Не знаю. Слушай, у нас забавная переписка в чате, в Team Kick, причем это обоих игроков, сначала один, другой, потом другой. Где Делит? А вот и Делит. Ну как же без Делита, что ты? Ну, сейчас я тебе говорю, он просто не хочет рисковать, он играет спокойно, он ничего не боится, он лезет к себе на базу, в свой родимый дом. Впрочем, откуда он начинал? И Делит есть от этого. Бай вот это. Доволен, что он перехватил инициативу именно с Делитами. Опа, ХД пишет Ед. Это понял, наши игроки пока что играют чисто ради, чтобы перепишиваться, поулыбаться. Похоже на то, но неплохая лица. Смотри, сейчас будет самовозврат флага, Бай опять-таки не дал Ед туда ехать. И возможно поставить флажок. Возможно. Все возможно. Да, все в этой жизни возможно, так и случается. 3-1, опять-таки наш Бай лидирует уже на 2 флага, то есть Ету. Ну, сейчас Ету надо, конечно, доставить, сделать еще 3-2, но... А дальше что? Ету нужна только победа. Хотя, теперь, представь, Ету... Опа, ХД. Представь, у нас Ету выиграет. Почему? Возможно. Особенно, если бы он еще не отпускал так далеко Бая, но у него это не выходит. Почти сбил Бай. Да. 4-2. Опа! Да. Именно такая фраза нашего вечера. Фраза вечера, можно даже пост сделать в эту тему. Да, мемасики там, мемчики. Я надеюсь, нашим зрителям трансляция нравится. Нет, все можно. Давай. Да, смотрю в чате на Твиче, нас поздравляют с Рождеством. Да, всех с Рождеством. Тебя тоже. О, даже нас смотрит будущий игрок, который сейчас будет у нас играть. Ренат, обрати внимание. Пишет интересная карта и... А он, знаешь, он даже еще не догадывается, что возможно, какой-нибудь гранд-финале, какой-нибудь бай именно этот формат выберет. Нет, Ренат сразу вычеркнет Zero, я его знаю. Ну... Теперь он будет знать, что нужно вычеркивать. И... Поэтому, я думаю, он... Ренат не выдержит такой игры. Ренат, если ты слушаешь, то это, я знаю, что ты этого не выдержишь. Да, и теперь Бай тоже пишет, что думает, собственно говоря. Ну да. Минут до конца, 6-2, просто... Ету без шансов уже. А ты участвуешь в квест-игре? Я да. Тебе нравится? Ну да, конечно. Знаешь, ну да, я тоже участвую, очень нравится такое. Такая одна из самых интересных игр, когда надо подумать, разгадать, додуматься этот шифр, что хотят передать нам. Да, это всегда интересно. Знаешь, где-то разгадываешь и сталкиваешься. Ну, где-то тоже с игроками, которые точно так же, как ты, разгадывают, и они тебе кидают просто, ну, просто какие-то, не знаю, решения там, да, или какие-то там свои догадки, которые вообще никак, вообще ни в какие ворота не лезут, понимаешь? И ты такой думаешь, блин, ну, может быть, действительно это так? Ты знаешь, особенно уже несколько раз я так обжегся, сколько вот лет я уже участвую,
Заходишь на форум в описании, видишь картинку, там значок квеста, думаешь, ну это же верно, раз есть значок. Это просто фотошоп. Возможно. Да. Да, ребят, всех кто также с наступающим, с праздником Рождество и, в общем-то, всего самого наилучшего. Да, вижу сообщение Ренат в чате, что он нас смотрит. Ренат, лично от меня тебе привет. Да, приветики. Но пока что я хочу расстроить наших зрителей. Для вас не будет розыгрыша кристаллов, так как с победителем вы очень сильно не угадали. Да, но по 1000 по идее будет. Что? По 1000 же будет кристаллов. По 1000 будет. Ага. Окей. Кефирчик на себе пишет, может быть... Постримим до 24.00? До 12.00? Как думаешь, как тебе такое предложение? Заманчиво. Я подумаю. Так, и давайте кодовое слово мы сообщим. Может быть, ребятки, которые нас смотрят, кому-то сейчас повезет, кто-то что-то выиграет, кодовое слово у нас приз. То есть, восклицательный знак приз пишите. Вот я сейчас вам напишу даже... Только не более одного раза, чтобы система не выкинула вас из-за розыгрыша. Да, мало народу, я думаю, и кто-то таки выиграет. Помнишь, я не знаю, ты был в прошлый раз, когда кто-то последний написал приз, и...